день! Здравствуйте. Хотите кружку эля или же хлеба с сыром? Конор, вот это Оливер, а это Карин. Отличные люди. Оли, это Конор, я о нем говорил. Хозяин поместья. Мы тут случайно встретили ваших арендаторов. Они хотели пить, а у нас бочонки с собой и... Я не лорд, и это мои друзья, а не арендаторы. Куда же вы везете фургон полной выпивки? У нас был трактир, но король отнял его под какую-то военную чепуху, а нас выгнали. Эй, оставайтесь здесь! Нам трактир пригодится! Согласна. Мы с радостью, но для трактира нужен дом, а постройка обойдется недешево. Нам определенно нужно что-то в этом роде. Я поговорю с друзьями на мельнице и узнаю, можно ли его построить. Если все получится, вы согласитесь завершить свой путь здесь? Конечно, Оли. У нас снова будет трактир. Этого должно хватить. Спасибо. Вы не пожалеете об этом, Конор. Чудесно. Конор, вы к нам? Да вот, проходил мимо и решил узнать, как у вас дела. Спасибо. Ну, мальчик мой, у нас все отлично. Тут и местные заходят, и моряки с пристани, а то и путники. В общем, кровати всегда заняты, а эль льется рекой. Я рад, что у вас все удачно сложилось. И мы, Конор. Когда нас согнали с насиженного места, было, конечно, не по себе, но пути Господни неисповедимы.
Господа, кажется, вы поладили. О, да. Как раз идем пропустить кружечку. Я просто чуть что взрываюсь. Уж характер такой. Диана с карапузами здоровы. Дела тут идут прекрасно. Я рад, что не избил старину Готфри. Сам бы себя не простил. Я тоже рад, Терри. Вдруг проткнул бы меня своими кулачонками. Не зли меня. Ладно, ладно, полегче. Я рад, что все снова хорошо. Приятно встретиться в такой чудный день. Коннор, идем со мной вниз. Может быть, мне поискать что-нибудь взамен? Не спеши. Когда-нибудь нужная вещь найдется сама. Как скажешь. В пещере на границе нашей земли есть сундук. Можешь его принести? Я бы сам сходил, но эти старые кости уже нелегко таскать. Возьми с собой Норриса. Вход в пещеру завален тяжелыми камнями. Все равно придется повозиться. Норрис, я тут должен принести кое-что старику. Он сказал, что придется повозиться с камнями. Да? Значит, я возьму эксплозив. Это Мириам очень ничего. Да, она не похожа на других колонисток. Бьет на повал. Она убила пуму. Сильная, ловкая. А муж здесь? Не слышал, чтобы был. Никогда еще такое не встречал. Вот бы узнать ее получше. Ну так поговори с ней.
Попробую. Эй, не плещи, порох подмочишь. Думаешь, мне нравятся французы? Теперь понятно, почему Ахиллес советовал взять тебя. Нет проблем. Сейчас взорвем. Прошу. В укрытие! Это не дурно! Спасибо. Генвиль, на вид небезопасно. Будь осторожен. Я вернусь в рудник. Значит, говоришь Мириам? Интересно. Еще б чуть-чуть. Я принес то, что ты просил. Но скажи, кто и зачем его там оставил? Я оставил там, где один я смог бы его найти. Но это было очень давно.
Чье же это? Это одеяние первого ассасина в колониях. Норрис? Вы знаете Мириам? Конечно. А что ей нравится? Хочу сделать ей подарок. Я даже не знаю. А, ладно. Я позову Пруденс. Может, она подскажет. Руденс. Добрый день. Норрису нравится одна женщина. Что вам, ну, женщинам можно было бы подарить? Букет диких цветов всегда меня радует. А кто нравится Норрису? Лучше пока не говорить. Пусть так. К северо-западу отсюда есть утес. Забраться непросто, зато цветы под солнцем растут хорошо. Так легко. Thank you.
Орис, эй, вы там? Уи. О, тогда я зайду попозже. Но, ничего. Что такое? Пруденс предложила собрать букет цветов. Да? Уверены? Странная затея. Вспоминаешь былое, Ахиллес? Коннор. О, да. Пожалуй, так и есть. Столько времени прошло. Кому из ассасинов это принадлежало? Сначала Джону де Латуру, первому ассасину колоний. Потом какое-то время мне. То, что я совершил в этих доспехах, что-то приятно вспомнить, а что-то очень больно. Когда-нибудь я передам их тебе, Коннор. Твой долг — сохранить их. Это напоминание о том, как давно здесь наше братство. Как давно мы защищаем людей в этих краях. Но я заболтался. Я знаю, что ты понимаешь их ценность. Привет, Коннор. Норрис, как дела? Хорошо. Помните наш разговор о Мириам?
Да, она убила пуму. Один выстрел. Такая меткость. Инкраябль. Я ее люблю. Понимаю. Мы все ее здесь любим. Нет, не так, Коннор. О, о! Ну, рад за вас. Радуйтесь, если я ей тоже нравлюсь. Она сильная женщина, независимая. Восхищаюсь ей. Что ж, удачи вам в этом деле, Норрис. Коннор, может, в шары? Тебе меня не обыграть. В шары играть доводилось? Смотрю, вы уже помирились. О, да. Мы то и дело бронимся из-за чепухи, но ведь и миримся тут же. А тот подумал, что с моими беда и совсем голову потерял. Кстати, Терри знает, что со мной не справится. Свинья! Вот зачем он площадку сделал, хоть в чем-то меня обойти. И все равно никак, а, Терри? Я выигрывал, пока Коннор не пришел. Конечно! Аж дрожь берет. Славно. Что ж, неплохо. Браво. Приятного тебе дня.
Скажешь ему, родная? Я жду ребенка. Поздравляю. Мы так долго об этом мечтали. Но есть одна лишь только беда. Тут врача не найти. Значит, надо его найти. Знаю, кто может сюда переехать. Доктор Лайл Уайт. Давно его не видели, но поищите по старому адресу в Бостоне. Этот пьяница за углом живет. Если докричитесь, скажите, что я уволился. Дал бы я ему в морду, да руки марать неохота. У меня семья. Вы что, верите всему, что пишут в газетах? Катись к черту, чудовище! Я ничего не сделал. Отлично! Вперед! Доктор Уайт? Да? Меня зовут Коннор. И что вам от меня нужно? Пару слов для газеты, чтобы дальше травить меня. У меня к вам предложение. Вы не знаете, кто я? Я врач, которого британцы ославили на весь город. Белая смерть. Нет? Мне о вас сказали друзья, Уоррен и Пруденс. Пруденс понесла, и ей понадобится доктор. Пруденс понесла? Ха! Им столько лет не удавалось. Может, мне как раз и нужно убраться из Бостона. Они разбились, с тех пор я не могу работать. Если бы не...